Так, это у нас почта. Ксения залетает. Это почта. Сейчас он за ней поработает. Ой, это чего? Слушай, это письма развозить. Итак, у нас раньше почта передавали с помощью дыма и огня. Видите? Слышали? Видите? Это паук. Это не паук. Паутина. Где паук? Вот это. Это шкура. А это? Это дым. А это огонь. Смотрите, пойдете. Садитесь сюда. Чтобы не упали. Хорошо. Потом начали выбивать информацию с помощью звука. Это не дядя. Это индейец. Смотрите, с помощью звука. Давайте так делаем. Сделайте так на коленках. Похлопайте по коленкам, Ксюша. Похлопайте по коленкам так. Ксения, почтальон. Так. Так. Стоять. Вот сюда. Это чего? Вот что разносить. Вы же почтальон? Да. Сейчас увидите как. Вы сейчас находитесь на почте. Сколько много посылок. Сколько писем. Их нужно... Будем с вами разносить позже. Эту прекрасную девочку зовут Ксюша. Ксюша, знакомься. Это у нас Лера. Это Изабелла. Познакомились? Пойдемте с вами на берег. Почтальон Ксения уже устала, не начав работать. Женя, ты знаешь, куда идти? Какой у вас там? Какая? Зеленый. Бульвар, да? Дальний бульвар один. Пойдемте дальше. Белла, возьмите за ручку Лерочку. Ксения, почтальон понесла письма. Дальний бульвар один. Сюда, держите, если я не кладу. Вот сюда, вот сюда. Вот. Так, у вас зеленый бульвар. Идем дальше на другую улицу. Давай. Поедем сюда. Какой у вас зеленый бульвар? 6. А у вас нет. Коробка-то. Какой у вас зеленый бульвар? 2. Зеленый бульвар? 2. Лерочка, почтальон решила прокатиться на горке. Ксюша, работать кто будет? Все, пойдем дальше. Я работаю, теперь буду. Пойдем, все девочки пошли уже дальше работать, а ты все гуляешь. Сюда, заходи, сюда. Давай, заходи, заходи.